Сегодня мы приготовим омолаживающую маску, которая сильно подтягивает кожу лица, интенсивно увлажняет, помогает бороться с шелушением и обезвоженностью. Она подходит для любого типа кожи, даже для проблемной и чувствительной кожи лица. Для маски нам понадобится экстракт алоэ в ампулах, глицерин, жидкий витамин Е, картофельный крахмал и мед. К половине чайной ложки глицерина мы добавляем содержимое одной ампулы экстракта алоэ, половину чайной ложки картофельного крахмала, одну чайную ложку жидкого меда. Если ваш мед засахарился, его можно немного подогреть на водяной бане. И 2-3 капли жидкого витамина Е. Все перемешиваем. Наносим нашу маску на очищенную кожу лица. Также ее можно нанести на зону шеи или декольте при необходимости. Оставляем для воздействия на 20 минут, затем смываем теплой водой и наносим свой обычный вечерний ухаживающий крем. Кожа после такой маски очень нежная, гладкая, выглядит более подтянутой и упругой, морщинки не так выделяются на лице. Как всегда напомню, что перед первым применением этой маски, как и любой другой, нам необходимо провести тест на аллергию на сгибы локтя, а при выходе на улицу защитить кожу лица солнцезащитным средством. Проводите такие маски курсом 2 раза в неделю в течение месяца. И обязательно напишите в комментариях, как вам эффект. Мне очень важно знать ваше мнение.